Shabbat shalom. Shabbat shalom. Slava Bogu. Praise God. It's good to be here today. Замечательно быть с вами здесь сегодня. We've had a wonderful week meeting with MGBI. У нас была замечательная неделя со студентами школы MGBI. Many of you from the congregation were in the seminar. И с другими из вас, кто из общины приходил, тоже на семинары. As well as members from Pastor Vitaly's congregation. Также как и члены церкви пастора Виталия, церкви прославления. And I just thought we had a great time. И я считаю, что у нас было замечательное время. The your receptivity and response was just incredible. Ваш уровень принятия и отклик на учение был просто невероятный. And so we're going to be believing God for great fruit. И мы будем верить Богу, что Он даст хороший плод через это. Amen. Аминь. Or amen. Аминь. We thank the brother from Finland for his word this morning. Спасибо брату из Финляндии за то, что поделился сегодня утром. The Torah reading. За отрывок Торы, спасибо. Thank God for my good friend and the pastor of this congregation, Valentin. Спасибо Богу за моего хорошего друга и пастора этой общины Валентина. And his sweet wife Tatiana. И его замечательная супруга Татьяна. And I just want to again thank the worship team. И хочу снова поблагодарить группу прославления поклонения. For leading us in just wonderful worship. За то, что ввели нас в такое чудесное поклонение. In the presence of the Lord. И в такое присутствие Божье. Whenever I come to a meeting. Всякий раз, когда я прихожу на служение, I do not come just to receive knowledge or teaching. Я прихожу не просто получать знания и учения. I come to experience the presence of God. Я прихожу пережить присутствие Божье. And the presence of God is here today. И присутствие Божье здесь сегодня. And your worship team does such a wonderful job in ushering in His presence. И ваша группа поклонения сделала замечательную работу, и я ощущаю Божье присутствие. Can we just let them know how much we appreciate them? Можем мы похлопать и поблагодарить их за их работу? And as always, I so appreciate a messianic Jewish dance. И я всегда благодарен всем мессианским еврейским танцам. I've got a song in my heart. У меня есть песня в моем сердце. But I just don't have a kick in my step. Но вот шаги делать не умею. But I want to make a deal with you. Но я хочу с вами сделку сделать, договориться с вами. When we get to heaven, когда мы попадем на небеса, come and find me, пожалуйста, кто умеет танцевать, придите, найдите его. I know when I get to heaven, потому что я знаю, что когда попаду на небеса, Jesus is gonna give me a dance. Бог даст мне, Иисус даст мне танец. And we'll dance together then, okay? И тогда мы с вами вместе потанцуем, да? Hallelujah. Hallelujah. I want to use this morning as a text Matthew chapter 12 verse 28. Я хочу сегодняшним утром использовать место писания отрывок Матфея 12:28. Matthew chapter 12 verse 28. Матфея 12 глава 28 стих. And this is Jesus speaking as he's having a discourse with some of the religious leaders. И это то, что говорит Иисус, когда он вел диалог, дискус с одним из религиозных лидеров. And this is what Jesus said. И вот что Иисус сказал. But if I cast out devils by the Spirit of God, если же я Духом Божиим изгоняю бесов, then know that the kingdom of God has come into you. То, конечно, достигло до вас Царство Божье. I want to talk to you this morning about the kingdom. Я хочу поговорить с вами сегодня утром о Царстве. About the kingdom of God. О Царстве Божьем. When we read the New Testament, especially the Gospels, когда мы читаем Новый Завет, особенно послания, Евангелие, we discover that a central message was the message of the kingdom. Мы замечаем, что центральная суть послания — это мысль о Царстве. In Matthew 3:2, John
The baptizer preached the kingdom. Матфея 3:2 Иисус, Иоанн Креститель говорил, крестил людей и говорил о царстве. In Matthew 4:17 Jesus preached the kingdom. Матфея 4:17 Иисус проповедовал о царстве. In Matthew 10:17 the 12 preached the kingdom. Матфея 10:17 12 ходили и учили о царстве. And in Acts chapter 20:25, Apostle Paul preached the kingdom. И Деяния 20:25 апостол Павел проповедовал о царстве. And the scriptures, the New Testament scriptures, describe the kingdom three ways. И новозаветные послания описывают царство Божье тремя способами. They call it the kingdom. Они называют это царство. The kingdom of heaven. Царство небесное. And the kingdom of God. И царство Божье. Now we have a tendency to think that the kingdom of heaven is what will take place after we go to heaven. И у нас есть тенденция считать, что царство небесное это то, куда мы попадем после того, как умрем. But the truth is, all three of these titles refer to the same thing. Но истина заключается в том, что все эти три названия имеют в виду одно и то же. And so, if the teaching about the kingdom is important, если учение о царстве так важно, then we need to understand what the kingdom is. Тогда мы должны понимать, что такое царство. So what is the kingdom? Так что же царство? I'll give you a very simple definition of the kingdom. Я дам вам очень простое определение царства. The kingdom is the domain where Jesus is king. Царство — это место, где правит Иисус. It is the domain where Jesus is king. Царство — это управление, где Иисус управляет своим народом, своими людьми. Now, Jesus is not waiting to be king. И знаете, что Иисус не ждет, чтобы стать царем? Because the scripture says he was born king. Потому что Писание говорит, что он был рожден царем. And where Jesus is allowed to be king, и Иисусу, когда Иисусу позволят быть царем, the kingdom is present. Царство станет проявленным, явным. The kingdom is an invisible kingdom. И сейчас царство, оно невидимое. And so we enter into the kingdom by our salvation experience. И мы присоединяемся к царству через переживание нашего спасения. In other words, I trust Jesus. Другими словами, я доверяю death, Иисусу, burial, resurrection. Что он умер и потом был воскрес. I'm born again. И я рожден свыше. I become a new creation. Я становлюсь новым творением. The Spirit of the living God comes to live inside of me. Дух Божий приходит и начинает жить внутри меня. And so I become part of the kingdom. И я становлюсь частью царства. And so the scripture teaches us to advance the kingdom. И Писание учит нас расширять царство. Okay? Хорошо? That's what we're called to do. Это то, к чему мы призваны делать. And we're going to talk in just a brief moment as to how we do that. И мы вскоре поговорим о том, как мы делаем это. But first of all, we need to understand some foundational things about the kingdom. Но, во-первых, мы должны понять некоторые фундаментальные вещи по поводу царства. Jesus said that the kingdom is at hand. Иисус говорит, что царство в его руке. Which means it's not far off, it is here. Что оно недалеко, оно вот здесь. When we are to pray, Jesus taught us to pray, your kingdom come. И когда мы просили Иисуса научи нас молиться, Он говорил, молитесь так, да придет Царствие Твое. And he said, we pray, your kingdom come, и мы молимся, да придет Царствие Твое, your will be done, да исполнится воля Твоя on earth, as it is in heaven. На земле, как это уже есть на небе. So, according to Jesus' definition in that prayer, when the kingdom comes, согласно определению Иисуса о Царстве, когда Царство придет, because Jesus is allowed to be king, когда Иисусу позволят стать царем, then what will happen on earth, то, что произойдет на земле, is what is happening in heaven. Это то, что уже происходит на небе. The will of God, воля Божья, which is perfect, которая совершенная, will be released on earth, будет высвобождена на землю, just like it is in heaven, так как это есть уже на небе, where Jesus is allowed to be king. Когда Иисусу позволят стать царем. The scripture says that we're to seek the kingdom now. Но Писание говорит, чтобы мы искали царствие сейчас. Seek
first his kingdom. Во-первых, ищите царствие его. And then all of the things that you're concerned about will be added to you. А потом все вещи, о которых вы размышляете, они добавятся вам. But then in Luke chapter 17 verses 20 and 21. Но потом в Луке 17 главе 20 и 21 стихе говорится. The scripture teaches that the kingdom has come. Говорится о том, что царство And that, the kingdom, and that the kingdom is within us. И что оно уже в нас. Now, why is the kingdom within us? Почему царство в нас? Because the king is in us. Потому что сам царь в нас. I live in the kingdom. Я живу в царстве. And the king reigns over me. И царь правит уже надо мной. And so I choose to yield myself to the king. И я заставляю себя подчиниться этому царю. He's the king. Он царь. So I honor the king. И я почитаю царя. I worship the king. Я поклоняюсь царю. I give myself to the king. Я отдаю самого себя царю. So that he might reign in me. Чтобы он мог править во мне. So that his will might reign in me. Чтобы его воля могла править во мне. So that his work might reign in me. Чтобы его дела могли править во мне, управлять. So I yield everything that I am and everything I have to the king. Я отдаю всё, кем я являюсь и всё, что я имею, царю. Jesus, you're king over me. Иисус, ты царь надо мной. You're king over my thoughts. Ты царь над моими мыслями. You're king over my heart. Ты царь над моим сердцем. You're king over my actions and my activities. Ты царь над моими действиями и поступками. You're king over my finances. Ты царь над моими финансами. You're king over my family. Ты царь над моей семьей. You're king over my business. Ты царь над моим бизнесом. You're king over everything in my life. Ты царь над всем в моей жизни. And when we yield everything to the king. И когда мы отдаём, подчиняем всё царю. Then the king rules. Тогда царь правит. And his authority rules. И тогда его власть управляет. And his power rules. И тогда его сила управляет. And his will rules. И его воля управляет. And his peace rules. И его мир, шалом, правит. Because I've yielded all that I have to the king. Потому что я всё подчинил царю. And so the fullness of his kingdom. И полнота его царства. Can come to me. Может прийти ко мне. And so wherever I go, то есть куда бы я ни пошел, I take the kingdom with me. Я веду, несу царство со мной. Because I'm in the kingdom and the kingdom is in me. Потому что я в царстве и царство во мне. Wherever I go is the kingdom. Куда бы я ни пошел, yes? Царство идет со мной. And so the king rules and reigns in me wherever I'm at. И царь правит, куда бы я ни пошел, потому что он всегда со мной. And so the scripture says we're to advance the kingdom. И Писание говорит, мы должны расширять царство, распространять. And so, how do we advance the kingdom? Как же мы расширяем царство? Well, one way we advance the kingdom is bring more souls into relationship with the king. Один из способов то, как мы расширяем царство, это приводим больше спасаемых душ к царству. And so I introduced my brother to the king. И я представил моего брата в царство. So the kingdom comes to him. И теперь царство пришло и к нему. But there's this invisible domain and sphere. Но есть вот эта невидимая сфера, область. I'm in the kingdom. Я в царстве. Kingdom's in me. Царство во мне. Kingdom's in him. Царство в нем. But he's in the kingdom. Но и он в царстве. But see, the kingdom just enlarged territorially. И теперь царство увеличилось территориально. Yes? Да? Yes? I bring another brother in. Еще одного брата добавим. Kingdom's in him. Царство в нем. He's in the kingdom. Он в царстве. The kingdom just enlarged. И теперь царство еще больше расширилось. I bring many into the kingdom. И я могу многих привести в царство. The kingdom enlarges. И царство расширяется. But it's a spiritual kingdom. Но это духовное царство. It's an invisible kingdom. Оно невидимое сейчас. But because the kingdom enlarges. Но из-за того, что оно расширяется. The kingdom of God changes the atmosphere in this physical realm that we live in. Царство Божье из-за своего расширения меняет атмосферу в нашем физическом мире и обществе. You're in the kingdom. Вы в царстве. We're all in the kingdom. Мы все в царстве. There is a spiritual fear around this place. И есть духовный страх вокруг этого места. Because here in this place, потому что здесь, в Jesus этом месте, reigns as king. Иисус правит как царь, Иешуа правит. You see, when
when the kingdom of God is present, the kingdom of darkness is pushed back. Когда царство света правит, то царство тьмы, оно отходит назад. The kingdom of God increases. Царство Божье увеличивается. And the kingdom of darkness decreases. И царство тьмы уменьшается. Do you realize we can change the spiritual atmosphere? Вы осознаете, что мы с вами можем менять духовную атмосферу? Because we carry the king. Потому что мы несем царя. And we live in the kingdom. И мы живем в царстве. We can go into an atmosphere of darkness, but bring the kingdom. Мы можем идти в атмосферу тьмы, но приносить царство. We can push against the darkness because the kingdom is light and life. Мы можем восставать против тьмы, потому что царство, в нем есть свет и жизнь. The darkness doesn't need to press against us. Тьме не нужно давить на нас. But we press against the darkness. Но мы отгоняем ее. The scripture says one can chase 1,000, but two can chase 10,000. Писание говорит, что один прогонит тысячи, а двое десятки тысяч. And we began to create spiritual atmospheres wherever we go. И куда бы мы ни пошли, мы творим с вами духовную атмосферу. And we release the presence of the Lord because He reigns as King in us. И мы высвобождаем духовную атмосферу, потому что Царь правит в нас. See, we have been transferred from the dominion of darkness into the kingdom of light. Мы были изменены или переведены из правления тьмы в правление света. So we're not in darkness anymore. И мы больше не во тьме. We're not under the dominion of darkness. И мы не ходим под влиянием этой тьмы. Do you know what that means? Знаете, что это означает? The devil no longer owns you. Дьявол больше не владеет вами. The devil is no longer your boss. Дьявол больше не ваш начальник. The devil does no longer have the power and authority to manipulate you. У дьявола больше нет ни власти, ни силы манипулировать вами. Like a puppet on a string. Щенком на поводке. Because we are not in his dominion anymore. Потому что мы больше не под его правлением. We're under the dominion of the king. Мы под правлением нашего царя. And so as we walk in the light, и когда мы ходим во свете, we can release the light into the darkness. Мы можем высвобождать свет в тьму. But what I want us to understand is how else do we release the kingdom of God? Но то, что я хочу, чтобы мы с вами поняли, как мы будем высвобождать это царство Божье. The scripture teaches that we can release the kingdom of God. Писание говорит, что мы можем высвобождать царство Божье. By living in kingdom authority. Через то, что будем жить в царственной власти. Now, because Jesus was king, he had authority. Ну, Иисус царь, и у него есть власть. And so Jesus had authority over everything that was trying to bring destruction or darkness. У Иисуса есть власть над всем, что когда-либо приносило разрушение и над любой тьмой. Jesus said that he would build his church on the rock of Revelation. Иисус сказал, что он построит свою общину, свою церковь на камне откровения. And then he said the gates of hell could not prevail against it. И потом он сказал, что врата ада не одолеют ее. Do you understand what he was saying? Вы понимаете, что здесь он сказал? He was saying there is a kingdom of darkness. Он говорит, есть царство тьмы. And the kingdom of darkness is trying to rule. И царство тьмы будет пытаться править. It's trying to overcome. И оно будет пытаться победить вас. It's attempting to release more darkness in our world. И сейчас тенденция, что высвобождается больше тьмы в нашем мире. The kingdom of darkness is very real. И царство тьмы, оно очень реальное. But Jesus said, because we are his church, но Иисус сказал, из-за того, что мы его люди, его церковь, его община, God, и церковь, она в Царстве Божьем, that we have power and authority to not only resist the kingdom of darkness. Теперь у нас есть сила и власть не только противостоять царству тьмы. But we have power and authority to destroy the kingdom of darkness. Но у нас есть теперь сила и власть разрушать царство тьмы. See, oftentimes we find ourselves on the defense. Очень часто мы себя видим как проигравшие. Oh, I just need to keep the devil off of me. Ой, просто удерживайте дьявола от меня. Я сражаюсь постоянно с ним. Вот держи, надо держаться от него подальше. Но истина в том, что мы не проигравшие. Мы в команде победителей. We're not just trying to hold the kingdom. Go ahead.
We're not нападающие. We're not just trying to hold the kingdom together. Мы не просто пытаемся удержать то царство, которое имеем. The kingdom is advancing. Мы расширяем его. And we push against the darkness. И мы выступаем против тьмы. The kingdom of darkness has a plan for Odessa. У царства тьмы есть план для Одессы. But the kingdom of light has a plan for Odessa. Но и у царства света есть план для Одессы. And light conquers darkness. И свет побеждает тьму. Because where Jesus is king. Потому что если Иисус царь, and he's allowed to reign as king, и он, ему позволено править как царю, he always overcomes the darkness. Он всегда побеждает тьму. We are not a defeated people. Мы не побежденный народ. We are victorious people. Мы победители. And we are equipped to destroy the darkness. И мы снаряжены с вами, чтобы побеждать тьму. Jesus said he came to destroy the works of the devil. Иисус сказал, что он пришел разрушить любую работу врага. And he triumphed over him on the cross. И он победил его на кресте. Says he made a public spectacle of him. Он публично опозорил врага. And he made his power of no effect. И теперь у него нет никакой силы и власти у врага. Do you know what that means? Вы знаете, что это означает? He took away his power. Он забрал, он лишил его силы. But see, someone. Но кто-то. Needs to enforce that. Должен продвигать это. Someone needs to enforce that. Кто-то должен продвигать это. Guess who gets to do that? Угадайте, кто это должен делать? You and me. Ты и я. Because we're in the kingdom. Потому что мы в царстве. And we're kingdom warriors. И мы царственные воины. Because you see, the Bible says the kingdom suffers violence. Потому что Писание говорит, что Царство Божие усилиями берется. But the violent take it by force. И вот эти усилия, они через силу прилагаются. See, we're called to be kind and sweet people. Да, мы призваны, конечно, быть добрыми, приятными людьми. But we're also called to be violent warriors. Но также мы призваны быть сильными воинами. Look at your neighbor and say, you're a violent warrior. Посмотри на своего соседа и скажи, ты сильный воин. The angel said to Gabriel, "Hey, mighty warrior." What? The angel said to, Gideon, "Hey, mighty warrior." Ангел говорил Гедеону, что он сильный воин. Gideon said, "You talking to me?" Гедеон говорил, ты обо мне вообще говоришь? See, you're a mighty warrior. Послушайте, вы мощные, сильные воины. You are a mighty warrior. Вы сильные воины. Because the kingdom has come to you. Потому что царство пришло в вас. And you're in the kingdom. И вы в царстве. And it's a kingdom of power. И это царство and authority. Силы и власти. They observed the life of Jesus and they said he speaks with as one with authority. Люди наблюдали за жизнью Иисуса и говорят, он говорит со властью. But not only did he speak as one who had authority, but he ministered as one who had authority. Но он не только говорил как человек имеющий власть, он еще и реагировал, действовал как с властью. And whatever rule or authority someone was suffering under, и кто бы ни страдал, ни ходил под какой-либо властью, which obviously would have been the rule and authority of darkness, которая, скорее всего, власть или проявление тьмы, силы тьмы, Jesus set them free. Иисус всех освобождал by his authority. Через свою власть. Jesus was saying to those religious leaders of the day. Иисус отвечал религиозным лидерам тех дней. He said, if I come against the devil because I have the power of the devil, если я выступаю против дьявола, имею силу от дьявола, he said, that's foolishness. Это глупость. He's basically saying the devil's smarter than that. Ну, фактически он сказал, что дьявол умнее этого. The devil's not going to destroy the devil. Дьявол не будет разрушать дьявола. He said, "But I want you to know." Но я хочу, чтобы вы знали. If you see that I cast out devils. Что если вы видите, что я изгоняю демонов. Then know that the kingdom of God has come. Тогда знайте, что царство Божье пришло.
достигла вас. There's authority in the kingdom to deal with the devil. Есть власть в царстве разбираться с демонами. And Jesus gave that authority to the 12. И Иешуа дал эту ответственность 12. But in the next chapter he gave it to the 70. А в следующей главе он дал эту же власть 70 людям. Now you might say, well, I'm not part of the 12. Но вы можете, конечно, сказать, вы не часть из этих 12. Но могу ли я вас ободрить, сказав, что вы часть вот этих 70? Потому что ты и я, мы в царстве. He's given to us kingdom authority. И он дал нам эту царскую and власть. We do not have to put up with the kingdom of darkness. И нам не нужно смиряться с делами царства тьмы. Нам не нужно быть толерантными с царством тьмы. И нам не нужно бояться царства тьмы. Потому что у нас есть власть и сила против дел царства тьмы через Иешуа царство. И Писание говорит, поднимись, восстань, муж и жена Божья. Men and women of God. Поднимись, жена и муж Божий. Take your rightful place of authority. Займи свое правильное место власти. Husbands, fathers. Отцы, мужья. You have spiritual authority over your home. У вас есть духовная власть в ваших домах. Take up that authority and use it. Возьмите ее и начните пользоваться. Don't let the devil come to kill, steal and destroy. Не позволяйте дьяволу приходить, воровать, убивать и красть. Take authority over the spirit of darkness. Берите власть над духами тьмы. And Jesus demonstrated his authority in many ways. Иисус демонстрировал свою власть разными способами. The lame walked. Хромые начинали ходить. The blind saw. Слепые начинали видеть. The leper was cleansed. Прокаженные очищались. The dead were raised to life. И мертвые воскрешали и становились живыми. And the demons were cast out. И демоны изгонялись. How was he able to do that? Как он был способен это сделать? Because the king had come. Потому что царь пришел. And the kingdom was present. И царство, оно есть. And he has placed you and me in that kingdom. И он поместил тебя и меня в это царство. And we have the same authority. И у нас есть такая же власть. We have kingdom authority. У нас есть царская власть. Did you know? Знали ли вы? That he releases us. Что он высвободил нас. Not just pastors. Не просто пастырей. Not just apostles. Не апостолов. Не But только. He releases you and me. Но он высвободил тебя и меня. With kingdom authority. С царственной властью. To advance the kingdom. Расширять царство. And destroy darkness. И разрушать дела тьмы. You know how we do that? Do you know how we do that? Вы знаете, как это делать? First of all, we snatch people out of their current destiny. Мы вытягиваем, выхватываем людей из их судьбы и приводим в их жизнь судьбу вечного Бога. Я был так благословен видеть сегодня утром этих замечательных дам, которые в свои поздние года Except Yeshua. Приняли Иешуа. It's like we just snatched them away. Знаете, это выглядит, как мы выдернули их из той прошлой жизни. Put them in the kingdom of God. И поставили их в царство. And we look at the devil. И мы смотрим на дьявола. И показываем ему. And we can do that again and again. И мы можем делать это снова и снова и снова. Do you know what else? Знаете, что еще? Sickness and disease is an injustice. Болезни и заболевания injustice. Это несправедливо. Sickness and disease is an encroaching of the spirit of darkness upon us. Болезни и всякие заболевания используются, чтобы вот
давить царством тьмы на нас. And you and I have power and authority. А у нас с вами есть сила и власть. Pray for the sick. Молиться за болезнь, за больных. But not just pray. Но не просто молиться. Because Jesus and the early church. Иисус и первоапостольская община. Did not just pray to the Father that the sick would be made well. Они не просто молились Отцу, чтобы Он убрал болезни. They commanded. Они приказывали. The sickness to go. Болезни уйти, покинуть тело. Why? Почему? Because they had kingdom authority. Потому что у них есть царственная власть. Well, there's about three people that agree. Есть хоть трое, кто согласится? Только трое согласились. Только трое, к сожалению, сначала сказали да. Which brings me to a very important point. Что приводит меня к очень важному моменту. Kingdom authority is based on faith. Царственная власть, она базируется на вере. If you don't believe you have it, если вы не верите, что она у вас есть, you won't walk in it. Вы не будете в ней ходить. If you don't believe you can, если вы не верите, что вы способны, you won't. Вы и не сможете. But if you will understand who you are, но если вы только поймете, кем вы являетесь, you're a child of the living God, что вы дитя живущего Господа, King of kings, Lord of lords, царя царей и Господа господствующих, lives inside of you, который живет внутри каждого из вас, he's released his kingdom authority to you. Он высвободит царственную власть в вас. We can command sickness and disease to go. И мы можем приказывать болезням уходить. We can command body to be healed. И мы можем приказывать телам быть исцеленными. We can command demons to go. И мы можем приказывать демонам, бесам уходить. So that people are set free. Чтобы люди освобождались. It broke my heart to hear this morning. И это просто сокрушило мое сердце, услышав сегодня утром, что не все дети пришли, потому что кто-то имеет вирус и заболел. And so therefore many were unable to come. И поэтому многие не смогли прийти. But is there anyone here? Но есть ли здесь кто-нибудь? Is there anyone in this congregation? Есть кто-нибудь здесь в этой общине? Is there anyone in this house this morning? В этом доме Божьем сегодня утром. That to hear a report like that, который услышал об этом. A report that children in your congregation, что дети в вашей общине, are sick, болеют. And does something rise up inside of you? И что-то внутри начало подниматься. And make you a little angry with the devil. И делает вас немножечко раздраженным на дьявола, злым. Huh? Есть было кого-то? It's time that we get angry with the devil. Это время, когда нам надо злиться на дьявола. You've gotten by with far too much, devil. You've been able to get by with, or away with. Ты уже наделал. Достаточно, дьявол. And we're not going to take it anymore. И мы, нам достаточно этого. Мы больше не хотим этого. Push your neighbor and say, I'm not going to take it anymore. А постучи по плечу своего совета и скажи, с меня хватит. What about you? А что по поводу тебя? I'm not going to take it anymore. Я больше не буду это принимать, а ты? Devil, we're coming after you. Дьявол, мы идем за тобой. Because мы против тебя. Because the king rules. Потому что наш царь правит. And the kingdom has come. И царство пришло. And your kingdom's going down. И твое царство будет снизвержено. Because he is king. Потому что он And царь. He has authority. И у него вся And власть. We have authority. И у нас есть эта And власть. By faith we're going to exercise it. И по вере мы будем практиковаться. In Jesus' mighty name. Во имя Иешуа. Let's stand together. Давайте встанем. Okay. Is there anyone here? Есть ли кто-нибудь здесь? Who you have an issue with a sickness or a disease? У кого есть вопросы с заболеваниями или болезнями? Anyone? У кого есть что-то, что беспокоит ваше тело? Keep your hand lifted. Поддержите свои руки поднятыми. Okay. That's a lot of people. Это очень много людей. Okay, let me tell you what we're going to do. Позвольте, я вам скажу, что мы будем делать.
we're going to deal with it. Мы разберемся с этим. And when I say we, и когда я говорю мы, I mean you. Я имею в виду тебя. There were 5,000 men that needed to be fed on the hillside of Galilee. На холмах нужда была накормить 5,000 человек, когда Иисус учил. And Jesus said to his disciples, Иисус сказал своим ученикам, you give them something to eat. Вы дайте им что-то есть. See, we step out, мы делаем шаг, and then the miracle happens. Мы выступаем, и тогда приходят чудеса. Amen? Аминь. We don't wait for the miracle мы to release the miracle. Мы не ожидаем чудес, чтобы они пришли. We step out by faith. Мы выступаем верой. And then the miracle will happen. А потом чудеса случаются. And I feel the anointing of the Lord's healing presence here right now. И я ощущаю помазание Божьего исцеления здесь сейчас. You turn to your neighbor. Повернись к своему соседу. You command sickness to go right now. И прикажите болезни в его теле уйти. You command sickness to go. Прикажите болезни Вы прикажите покинуть болезни тела. Вы прикажите телу быть здоровым. Во имя Иисуса. Приказывайте. Приказывайте быть исцелению. Болезнь, уйди. Заболевание, покиньте этот организм. Дух неполноценности, уйди. Bodies be made well in Тело, Jesus' name. Будь здоровым во имя Иешуа. Будь исцелен now, сейчас in the name of Jesus. Во имя Иешуа.